часы на старой башне, провожая день вчерашний, и звонят колокола. Провожая день вчерашний, бьют часы на старой башне, будет, будет до светла. Просыпаясь в этом мире, начинай день в позитиве, и шагайте по планете, словно пленка в киноленте. Зажигайте вместе с нами, дарим вам тепло с друзьями. Будь отважным, сильным, смелым. Добро творим во всей вселенной. Доброе утро, дорогие друзья! Конечно же, все вы узнали, откуда эта детская песня. Все правильно, из знаменитого советского фильма «Приключения электроника», которому в этом году, между прочим, исполняется 40 лет со дня съемок. А исполнили ее нам замечательные маленькие друзья из Академии Baby Stars. Девчонки, доброе утро! Привет! А знаете ли вы, кто сыграл Сыроежкина и электроника? Да, это маленькие мальчики-близнецы. Все правильно, это два брата-близнеца, Вова и Юра Тарсуевы. А знаете, что специально для фильма им пришлось слегка отрастить волосы и покрасить в светло-рыжий цвет. Не знали такого? И еще одна маленькая деталь. С родинкой родился только один мальчик, поэтому во время съемок второму брату все время пришлось родинку подрисовывать. Когда они исполняли свою роль, им было всего лишь по 12 лет. А сегодня братьям Тарсуевым уже по 53 года, и мы попросили их дать напутственные слова в преддверии Дня знаний всем школьникам Пермского края. Напутствие. Напутствие. Видеть цель, верить в себя. Раз. Побольше приключений. Два. Ну и, конечно, чистого мирного неба над головой. И, вот. конечно, то, что мы подглядели у Николая Петровича Караченцева, он всегда, ну, в автографах говорит: друзья мои, удачи в 21 веке. Удачи и успехов в 21 веке. А все остальное мы сделаем. Конечно же, удачи всем и везения. Девчонки, а что вы пожелаете своим друзьям и одноклассникам? Желаю всем в новом учебном году счастья и успеха. Я хочу пожелать в новом учебном году обрести верных и хороших друзей. Я желаю в этом году, чтобы дневник дружил только с хорошими отметками. Я желаю, чтобы все нашли увлечение по душе. А я желаю, чтобы этот год стал незабываемым. Еще раз поздравляем всех с наступающим Днем знаний. Пусть учеба будет только в удовольствии. С добрым утром!